Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами я, доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Шаталов. Как вы заметили, на моем YouTube-канале видеороликов с молочных ферм, где содержатся коровы, ничуть не меньше, чем с козьих ферм. Это связано с тем, что я много лет изучал скотоводство и готовился стать зоотехником местной молочной фермы с коровами. Да и в нашей семье много лет держали коров. И не одну, а по две, да по три. Можно по пальцам пересчитать года, когда у нас не было первотелок. Как вы видите, жизнь несла поправку. И не меняя отрасли, я сменил немного направления. Но знания-то остались, да и опыт практически я не растерял. Поэтому сейчас, приезжая на молочные фермы, мне всегда есть о чем поговорить с животноводами. Буквально вчера на одной такой ферме обсуждали раздой первотелок. Рассказал пару лайфхаков, как усмирить строптивое животное во время дойки. Ребята были удивлены таким фишкам. Но на самом деле, когда каждый год тебе приходится раздаивать первотелку и раздаивать ее не аппаратом, а вручную, то еще и не такое придумаешь. Так чему это я? А я к тому, что ваши положительные комментарии, слова поддержки, отзывы, классы сподвигли меня провести вебинар на тему «Уход за коровой в период стельности». В это время года, мне кажется, такая тема будет особенно актуальна. Поэтому уже в это воскресенье, 16 декабря, в 10 часов утра по московскому времени, мы сможем с вами увидеться онлайн и поговорить о том, как же правильно кормить и запускать стельных коров. Какие условия содержания им требуются в этот нежный период. Обязательно расскажу о профилактике ряда заболеваний. Если вы являетесь владельцем или еще нет, но планируете приобрести и уже сейчас желаете узнать нюансы содержания стельной коровы, то смело нажимайте на ссылку под видео и регистрируйтесь на наш вебинар. А я напоминаю, что с вами был доктор сельскохозяйственных наук Вячеслав Шаталов.